кофе утром, он бодрит, дополняет. Плюс иван-чай, там очень много белка, то есть он питательный, буквально еда. Вот, там очень много микроэлементов, он укрепляет иммунитет, потому что там... Можно добавить, если есть, да. Что еще? Сахар есть? Так, на дегустації є із рослини чія, мабуть, знаєте, лисини чія. Да. Ми цю рослину вирощуємо для того, щоб із неї зробити чай. Стараемся опять развернуть шею так, чтобы увидеть руку. Колени выравниваем. Куда, друзья? Ну там где-то объединиться. И для этого я вам покажу несколько техник, которые... Сегодня я начну практиковать. Вокал-йога состоит из четырех основных ступеней. И сначала мы должны с вами научиться правильно дышать. Потому что, да, если мы задыхаемся во время пения, мы не можем долго звучать. Поэтому сначала мы будем с вами практиковать. Мы делаем сейчас дыхательные практики, которые разогревают органы или глаза. На самом деле сложно практиковать, мне сложно говорить, потому что есть определенный хаос. Но учителя говорят, что это нужно. Сначала мы делаем глубокий вдох. Представляем себе кушку. В начале карантина я We'll be right back.
Это стирская, она созревает до 100% оливкового масла, я варю курбан, вот стоит. Это классно, оно звучит так прикольно. Так, я еще что надо, я уже не могу так надо. Ребята выкладывают свою продукцию, готовятся к следующему дню. А ты знаешь, где сапфир? Первый визитер денечка.
Это еще не все. Это что для женщин. Я люблю такие вещи, поэтому я в таком формате консультирую. На пластологию. Рекомендуется неделю планировать с воскресенья, потому что вот в многих странах даже неделя начинается с воскресенья. Это день, когда можно утром встать, принять омовение в руках. И вот когда мы в ледяную такую вот холодную воду в реку, например, заходим, и тоже такой идет прям огонь, потом жар по телу, вот тогда чистится тонкое тело человека. Вчера целый день хотелось попробовать. Короче, вот этой подушкой надо попасть в эту дырочку. Девочка прямо отсюда попала. Ну, конечно. Видели?